Главное управление МЧС России по Республике Дагестан заключило соглашение о сотрудничестве с компаниями ТАН-ТВ в области оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Огромное значение по обеспечению безопасности населения нашей республики при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций имеет своевременное информирование и оповещение населения. В связи с этим представитель МЧС по Республике Дагестан и генеральный директор МИТАН-ТВ Рамазан Газиев подписали соглашение о сотрудничестве в области оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Мы рады подписанию соглашения с главным управлением МЧС России по Республике Дагестан. Мы рады, что пассажиры автобусов будут получать своевременную информацию о различных происшествиях и будут осведомлены. Спасибо.